Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный салат из кабачков. Готовится он легко и быстро, из доступных продуктов. Как говорится, минимум затрат, максимум удовольствия. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем берем молодые кабачки и нарезаем их небольшими кубиками. Кружочки поменьше делим на 4 части, а те, которые больше, на 6 или 9. Чистый вес кабачков должен получиться 1 кг. Дальше подготавливаем помидоры. Срезаем краешек у плодоножки. И режем томаты также кубиками, только чуть крупнее. Чистый вес аналогичный, 1 кг. Теперь очередь сладкого перца. Разрезаем плод пополам. Очищаем от семян. И нарезаем его квадратиками. Чистый вес перца 0,5 кг. Еще нам понадобится 50 граммов чеснока. Лучше всего порубить его ножом. Пропускать через пресс нежелательно. Дальше ставим на огонь кастрюлю с толстым дном, вливаем в нее 30 мл подсолнечного масла, высыпаем помидоры, ждем несколько минут, пока выделившийся сок начнет закипать, добавляем 1 столовую ложку каменной соли, 4 столовых ложки сахара, хорошо перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим помидоры на небольшом огне 5 минут. Затем добавляем в кастрюлю подготовленные кабачки и перец. Перемешиваем. И тушим овощи с момента закипания 15 минут под закрытой крышкой. Периодически содержимое кастрюли аккуратно мешаем. По истечении времени добавляем чеснок и продолжаем варить 8 минут. Затем вливаем 1 столовую ложку 9% уксуса. Хорошо перемешиваем. Кипятим 2 минуты. Выключаем огонь. И сразу раскладываем салат по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Жидкость должна доходить до самого края, чтобы в банках не осталось воздуха. Накрываем банки простерилизованными крышками, закатываем, переворачиваем вверх дном, чтобы убедиться, что ничего нигде не протекает, и даем салату так остыть. Из указанного количества продуктов получается 4 пол-литровые баночки и немного на пробу. Вот и все. Очень вкусный овощной салат на зиму готов. Хранить его можно даже при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.